Ник Дан, вас сейчас, наверное, ненавидит вся Америка. Это вы убили свою жену, Ник? Все твердили нам, что брак – это тяжелый труд. Но не для нас с Ником. Как вы знаете, моя жена, Эми Элиот Дан, исчезла 3 дня назад. Я не имею никакого отношения к ее исчезновению. Мне нечего скрывать. Скажите, у Эми есть друзья? Нет, вроде нет. Вы не знаете, есть ли у нее друзья, как она проводит время, какая у нее группа крови? Он строит из себя хорошего парня, играет на публику. Он тебе не нравится, да? Я пытаюсь быть любезным с людьми, которые вызвались помочь найти Эми. Я хочу верить в то, что мой муж любит меня, но, возможно, я ошибаюсь. Вам знаком тот парень в очках? Эми всегда привлекала мужчин. Ее похититель вернет ее. Как вы это объясните? Хотите разгадать шараду Эми? Вы не видели эту девушку? Да, я помню ее. Я знаю вас. Я видел вас среди добровольцев. Я хотел помочь. Что ей было нужно? Пистолет. Нам всем страшно. Но главное, мы вместе. Я чувствовала, от чего-то придется избавиться. И что я могу исчезнуть. Известно, что социопата отличает неспособность сопереживать. Эми потеряла много крови, но кто-то ее вытер. Зачем вытирать кровь, если они нарочно инсценируют убийство? Не знаю, что они нашли, но дело явно плохо. Я наконец поняла, что боюсь своего мужа. Я натаскаю вас, научу, что можно говорить, а что нет. Как попугая? Попугая, который избежит смертной казни. Она сожрет тебя с потрохами. Вы напали на нее? Что, не устраивает? Я ударил ее? Не устраивает! Нет, я даже пальцем ее не тронул. Мы считаем, что Ник причастен к исчезновению нашей дочери. Без трупа и орудия убийства они могут надеяться только на признание. Вы что-нибудь узнали? Ответь, Ник, у вас был счастливый брак. Хочешь знать, убил ли я жену? Мужчина моей мечты. Он может убить меня. А моя правда? Ник. Он может убить меня, по ее словам. Он правда может меня убить. Говорят, верный ответ часто самый простой. А мой опыт говорит о другом.